числе почетного караула у памятного знака ученик 16-й школы Алексей Кузнецов. В его семье все мужчины – десантники. Свое будущее Алексей тоже видит в этой славной дивизии. У меня в семье все ходили в армию, все служили в воздушно-десантных войсках. Так скажем, не хочу нарушать свою традицию. У меня пойдет, вот, скоро пойдет мой старший брат, потом пойду я. На месте! Стой! Преклоненное колено, голубой берет в руках, минута молчания, дань памяти погибшим. Многие из пришедших и сами служили в этой легендарной воздушно-десантной. О том, какая доля выпала тем, кто не вернулся, вспоминать не любят. О погибших говорят сдержанно. Мы своих не забываем, вспоминаем и будем вечно помнить. Это самое главное. К памятному камню сегодня десантники возлагали цветы. У многих на глазах были скупые мужские слезы. Татьяна Баловнева, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.